Приветствую вас в четвертой части, и мы с вами продолжаем вязать нашего котенка. Итак, сейчас мы будем вязать с вами хвостик. Для тех, кто будет вязать хвостик темным цветом и кончик беленьким, начинаем темным основным цветом. Либо, если вы будете вязать беленький хвостик, то берете беленький цвет. Если будете вязать беленький хвостик с темным окончанием, все-таки берете беленький цвет. Итак, я начну с темного, потом вяжу беленький. Начинаем делать цепочку из 16 воздушных петель. Я немножечко отступлю от края, сантиметров где-то 10. Оставлю ниточку для пришивания, так как это у нас, так сказать, будем вязать хвостик, ну, как бы с места попки, будем так называть. Поэтому оставим ниточку для пришивания и начинаем провязывать воздушные петельки. Одна петелька, вторая, третья, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Теперь делаем воздушную петельку и замыкаем в первую петельку нашего начала колечко. Вот так вот делаем соединительный столбик. Итак, у нас по кругу 16 петелек провязано, набрано. Теперь в каждую из петелек провяжем по столбику без накида. Первый столбик во вторую петельку, второй столбик, далее третий. Четвертую провязываем, четвертый столбик. И так по кругу 16 столбиков, далее пятый, далее 14, 15 и 16, последний столбик. Мы провязали с вами, так скажем, второй ряд после цепочки воздушных петелек. Это первый ряд столбиков. Теперь провяжем еще два ряда, то есть третий и четвертый провяжем по столбику без накида в каждую петелечку. Это один ряд получается по счету уже, третий. И четвертый провяжем 16 столбиков в каждом ряду. По кругу у нас в итоге получается 16 столбиков все равно. То есть отсчитывайте от начала ряда, у меня начало ряда, и у вас, как вы уже поняли, вот здесь вот где наш кончик для пришивания, здесь и есть начало ряда. Поэтому здесь ничего сложного нету, хотите, можете отсчитывать 32 столбика без накида. Итак, довязали, получается 3 ряда столбиков без накида. То есть сначала мы сделали 16 воздушных петель, затем 2, 3 и 4 ряд провязали с вами столбиками без накида. Теперь нам нужно будет вязать, продолжать по спирали, но убавлять через ряд. То есть смотрите, у нас сейчас по кругу 16 столбиков. Мы делаем убавление в начале, получается, 5 ряда. Вот так сразу, то есть убавляем 2 первые петельки. Хотите классическим способом, хотите как я, за 2 передние стеночки провязываете столбик без накида в одну петелечку, так сказать. В один столбик вязываете 2. В общем, я вам показывала классическим способом. Это 2 полупетли соединяете общей вершиной. Теперь мы сделали убавление и довязываем до конца 16 минус 2 столбика, которые мы с вами вот убавили в 1, это 14 столбиков. То есть продолжаете провязывать 14 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Довязали до конца ряда. Теперь у нас по кругу получается убавление. Это 1 столбик уже и 14 столбиков, 15 столбиков. То есть либо отмечаете начало ряда и провязываете 15 столбиков просто в каждую петелечку по столбику 15 раз, отсчитываете 15 столбиков, либо начало ряда и просто этот ряд провязываете 15 столбиков. Я просто буду считать, то есть я продолжаю, так сказать, провязывать, отсчитывая. 1 столбик, 2, далее 3, 4,
13, 14 и 15. Я довязала 15 столбиков и снова либо хотите отмечаете каждое начало ряда, либо просто считаете. Делаем в начале ряда убавление в самом начале. То есть 15 минус 2 столбика, которые мы с вами в один столбик вязали, это 13. Вот довязываем 13 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 11, 12 и 13. Довязали этот ряд столбиками без накида. Теперь следующий ряд у нас убавление это 1 столбик и 13 это 14. То есть в следующем ряду он у нас 8 по порядку идет сначала. Мы провязываем 14 столбиков без накида. То есть смотрите, вы продолжаете 8 сейчас провяжем столбики 14 по кругу. Затем 9 сделайте в начале ряда убавления, остальные столбики их у нас 12, то есть 14 минус 2 столбика мы в 1 вязали. Это у нас получается 12 столбиков. 14 минус 2 убавки, 12. Далее провяжите убавление ряд. У нас 10 ряд получится 13 столбиков. Вы их провязываете 13 столбиков. И так далее. То есть продолжаете убавлять в начале ряда через ряд. То есть сейчас мы с вами провяжем 14 столбиков, затем делаете убавку. Затем 13 столбиков, убавку. 12 столбиков, убавку и так далее. То есть продолжаете убавлять до тех пор, пока у нас не останется 6 столбиков без накида по кругу. То есть вы постепенно вяжете, вяжете, вяжете убавления. Они у вас ложатся, убавления спиралью. Из-за этого их практически будет вязание не видно. Если вы будете убавлять тайными, так сказать, убавками, которыми делаю я, то их у меня, вот как вы видите, их вообще не видно. Они как бы, я знаю, что они расположены вот в начале ряда, вот где у нас, так сказать, наша ниточка для пришивания оставалась. Но, в принципе, в вязании их не сильно и видно. Итак, в общем, продолжаете провязывать убавление через ряд. Для тех, кто хочет поменять ниточку, то есть для тех, кто хочет сделать просто, так сказать, на краюшке у нас беленькую небольшую, так сказать, вставочку, кисточку или как вам объяснить. В общем, окончание хвостика беленькое, то вам нужно будет в 20 ряду сменить цвет на белый. То есть сейчас у нас 8, 14 столбиков без накида. Отсчитывайте 9 убавление, 10 столбики. То есть нечетные, так сказать, у вас будут на нечетных рядах убавления, а на четных, то есть 20 ряд это четный, нужно будет сменить нить на белую. Либо, где вы уже хотите по ходу, хотите, вяжите полосатенький. То есть, к примеру, мы с вами связали сейчас 6 рядочков, к примеру, 7 рядочков, не считая, так сказать, воздушных петелек, это 6 рядочков провязано. Хотите, можете через каждые 6 рядов менять цвет нити, то есть, допустим, чередовать основной цвет с беленькой, у вас получится полосатый хвостик. Если хотите, вяжите его однотонным, то есть своим основным цветом. Итак, в общем, я думаю, что здесь все должно быть понятно. Делайте убавление через ряд. Довязывайте до конца ряда. Хотите, можете отмечать кусочком ниточки, как мы с вами делали при вязании, так сказать, туловища и головы. В общем, делайте на свое усмотрение. Здесь, я думаю, у вас, так сказать, не должно возникнуть вопросов. Если что, напишите мне в комментариях, я вам помогу. Ну, я думаю, что здесь справится даже начинающий. Итак, продолжайте делать убавления до 6 столбиков без накида по кругу. Вот, как вы видите, у меня провязался хвостик. Я сначала хотела его сделать беленьким и окончание, так сказать, основным цветом. Но, честно говоря, после того, как я решила переделать лапки, точно так же я сделала и хвостик. То есть у меня кончик беленький и хвостик тоже кончик беленький. Казалось бы, в принципе, хвостик такой коротковатенький. Можно его сделать, так сказать, подлиннее. Тогда вы вначале провязываете, так сказать, не до 4 ряда, а еще где-то 4 ряда. То есть он у вас увеличится буквально на 4 ряда. Хотите, можете сделать такой вот, как у меня. Мне, в принципе, его хватает длины, поэтому как бы я остановлюсь на этой длине.
Итак, у вас осталось по кругу 6 столбиков провязанных. Теперь берем ниточку, обрезаем. Обрезаем ее, в принципе, довольно-таки не длинную, коротковатую. Вот я где-то сантиметров 7 оставила, 8. Итак, теперь берем крючком, захватываем полупетельку и стягиваем, так сказать, наше вот это отверстие из 6 столбиков. То есть вот так вот я продеваю сквозь каждую петельку. В общем, как всегда, стягивание, как всегда, через каждую петельку продеваю. Это у меня третья, далее четвертая, далее пятая и шестая, последняя. То есть я просто за передние полупетелечки продеваю ниточку, а теперь беру ее просто и затягиваю. Вот так вот у меня закрылось, так сказать, наше отверстие, вот оставшиеся петельки. Теперь вдеваю ниточку в иголочку, закрепляю и продеваю вовнутрь вот этот кончик, чтобы он нам не мешал. Таким образом мы закончили вот здесь вот наш хвостик. Итак, хвостик наш готов. И я хочу, так сказать, два момента вам сейчас рассказать по поводу глазок. То есть глазки вы можете сделать обычные колечки амигуруми и прибавление до 18 столбиков. То есть набираете колечко, в него 6 столбиков, затем во втором ряду прибавление 12 столбиков. И затем чередуете столбик, прибавление 6 раз. То есть вот у вас такие вот колечки. Как посмотреть? Как, так сказать, сделать, вы можете посмотреть в начале, как мы с вами провязывали голову или туловище. Вы можете посмотреть, как делать прибавление. Либо второй вариант, это взять, вырезать, так сказать, флисовые, из флиса, флисовые такие кружочки в диаметре 5-6 сантиметров. Вот так вот наметать их обычненько, стянуть и немножечко туда наполнителя. Таким образом у вас получаются такие глазки-шарики, и на них вы потом клеите полубусинки. Хотите, можете использовать и такой вариант, хотите, можете использовать вот такой вариант. То есть берете, делаете колечко, у него 18 столбиков без накида, прибавляете до 18 столбиков, и в серединку, так сказать, либо где-то сбоку пришиваете обычную бусинку. В общем, какой вам вариант более подходит, такой и используйте. Делаете либо два шарика флисовых, либо два колечка, так сказать, наших, два кружка таких вот амигуруми. В общем, выбираете, какой вам по вкусу больше вариант. И делаете две штучки, либо такие, то есть два, так сказать, две детальки, два глазика. Итак, я провязала два кружка амигуруми. Я все-таки подумала, что пришить бусинки более, так сказать, практично и более безопасно для ребенка. Поэтому я сделала два кружка, в которые буду пришивать бусинки. Наши детальки, как вы заметили, все готовы. И мы начинаем сборку. Приступаем к собиранию, так сказать, к сборке игрушечки и всех деталек к ней. Я начала с головы, взяла к нижнему, так сказать, завершению колечку, колечко амигуруми нашего стягивания, где мы с вами делали. Вот у нас получается верхушка начала и низ вот здесь вот. То есть вот так вот. Обратите внимание, как я пришила мордочку. Вот, то есть у нас вот оно колечко начала и вот низ. Вот так вот, ну как бы сказать, под наискосик такой вот, под искос. И немножечко в мордочку, так сказать, не слишком ее приплюснула, пришила, а немножечко вот здесь вот наполнителя положила между мордочкой и головой. Ниточка остаток, которым я пришивала, я не стала обрезать, я ей пришью, так сказать, наш носик. Носик я связала колбаску, вы хотите, можете шарик. Располагать мы его будем между пришитой мордочкой и головой. То есть вот на вот таком расстоянии, вот здесь вот. Но перед тем, как пришивать носик, я вам советую пришить глазки. То есть где вы считаете, чтобы они располагались у вас, так и пришиваете. То есть сначала глазки немножечко выше, чем мордочка, а затем вот так вот носик. То есть вот так вот.
Если же это у вас шарики, то сначала пришейте носик, а затем флисовые шарики, потому что вам, ну, так сказать, не будет удобно пришивать вот эти глазки, если будет уже пришит носик. А флисовые, в принципе, там разницы нет, поэтому можете сначала пришить носик, а затем флисовые глазки. Итак, в общем, этот момент мы с вами разобрали, и у нас еще остается на голове такой момент, как ушки. Ушки мы с вами будем пришивать на, отсчитайте от кольца, третий или четвертый ряд, то есть с одной стороны и с другой стороны третий или четвертый ряд, то есть как вы здесь, так сказать, отсчитали, так и с другой стороны ровное количество, то есть вот 4, значит 4, 3, значит 3. И так и пришиваете вот так вот красивенько к голове вот так вот наши ушки. То есть я думаю, что здесь тоже не должно возникнуть вопросов. Обязательно к белкам глаз, то есть к нашим кружочкам амигуруми беленьким пришивайте бусинки, там, где хотите, чтобы располагались зрачки. И остался у нас такой момент, как животик. Животик я тоже немножечко наметала, чтобы вам показать в итоге, как он должен получиться, потому что не так легко объяснить, так сказать, когда он не пришит. Я вам говорила, что между нашими боковыми швами, убавочками, будет располагаться животик. Животик то же самое. Я вот такими, так сказать, наметочными швами пришила вот так вот к нашему туловищу. И тоже немножечко, совсем немножечко подложила наполнителя в серединку, чтобы у нас, так сказать, пузико немножечко выпирало. Совсем немного, то есть не надо, не нужно его делать таким пузачком. Просто немножечко для того, чтобы приобрелось такое, ну, еще раз повторюсь, вид пузика. И после этого, как мы с вами пришьем ушки, носик, в общем, в голове все пришьем, нам голова уже, так сказать, не нужна будет для работы, мы ее пришивать будем туловищу. То есть вот так вот у нас получится вот здесь вот стягивающее колечко наше, и вот мы к нему, так сказать, расположение мордочки у нас к животику. Вот так вот. Беленькое, все красивенькое. И пришьем туловище к голове. И лишь после этого будем пришивать наши ножки и ручки, то есть верхние лапки и нижние. А затем пришьем наш хвостик. И, как видите, я пришила глазки, ушки. У меня глазки пришиты, вот смотрите, беленькой ниточкой, то есть какую мы оставляли для пришивания. И я вытянула остатки после пришивания этого кружочка, так сказать, основки глазка, вытянула остатки ниточек на вот здесь вот, так сказать, на место, где у нас будут пришиваться бусинки. То есть я этой же ниточкой буду пришивать бусинки для того, чтобы у нас не было лишних присоединений, так сказать. Итак, в общем, вот пришиты у нас глазки, я пришила носик свой, как я вам и говорила, располагается он между мордочкой и головой. Теперь же вышила вот здесь вот, так сказать, условную, то есть тень, вот, ну, как сказать, как вот когда свет падает, оттеночек, немножечко, буквально несколькими стежками белого цвета, которым пришивала вот здесь вот носик. Вот. Хотите, можете этого не делать, то есть, в принципе, некоторым может это не понравиться, выглядит там, ну, условно говоря, как прыщик или как родинка, но мне, честно говоря, нравится этот переход. Вот, ушки, как я вам и говорила, располагаются у меня, сейчас скажу вам, на 1, 2, 3, 4, на пятом ряду, то есть вот 4 я отступила от кольца и 5 я уже пришивала. Он у меня красиво лег по ряду. Ушко легло хорошо, красиво по ряду. С этой стороны я сделала вот так вот идентично, как с одной, так и с другой. Вот, смотрите, то есть сначала пришила спереди стежки, а затем сзади. За переднюю стеночку, так сказать, за внутреннее беленькое ушко, а сзади пришила за внешнее. Теперь же вышила я мордочку, но смотрите, я ее сделала немножечко наискось. Хотите, вышиваете ротик ровненько. Я сейчас по ходу, так сказать, вышивания решила, что у меня сбоку, вот здесь вот, где я делала длиннее, так сказать, улыбочку свою, у меня будет располагаться вот так вот язычок. То есть я вырезала из фетра язычок, у меня будет вот такой язык здесь.
И также сделала по 3 крестика с каждой стороны, то есть как бы условная визуализация этого усиков. То есть вот с одной стороны 3 и с другой стороны. Как бы самих усиков у меня не будет, а просто как бы ихнее, так сказать, место расположения я обозначила вот такими вот крестиками. То есть хотите, опять же, это делаете, хотите нет, можете просто ротик вышить, хотите, сделайте его немножечко повыше. И теперь вот здесь, где я вам говорила, мы стягивали с вами голову, вот здесь вот окончание. Здесь мы будем располагать нашу шею и туловище, пришивать здесь вот, вот таким вот образом. То есть вот так вот у нас будет голова и шея. Хотите, можете мордочку пришивать повыше. Ну, мне, честно говоря, нравится этот вариант. И опять же, еще раз уточню. Спереди, сверху, то есть где у нас будет располагаться, так сказать, вот здесь вот шея, у нас, обратите внимание, здесь белым цветом как, так сказать, животик, переход в шею, так и мордочка белого цвета. Поэтому я вам советую здесь вдеть ниточку белого цвета, где-то так узелочком потайным, и пришивать с передней части белым цветом, чтобы у вас минимально были видны стежки. А сзади пришивать уже той ниточкой, которую мы оставляли, так сказать, с туловища пришивать вот так вот. То есть пришиваете сзади темным цветом, либо основным цветом. То есть если это у вас розовый кот, то розовым цветом и так далее. В общем, пузико пришивать к мордочке белым цветом, а туловище сзади пришивать голове уже цветом основным. И, конечно же, сюда не забудьте пришить на глаза бусинки, либо если это у вас были флисовые, так сказать, шарики, то точно так же пришиваете и потом клеите эти полубусинки глазки. В общем, теперь я пришиваю шею, и затем к шее я буду пришивать вот так вот немножечко ниже, чем самая верхушка, то есть где-то отступлю 3-4 ряда, вот так вот. И буду пришивать лапки верхние. То есть, почему мы с вами стягивали? Для того, чтобы красиво здесь ровненько все пришить. С одной стороны и точно так же с другой стороны. Вот так вот. Пришиваем. У нас получается отделение шеи от рук, так скажем. И обязательно перед тем, как пришивать ручки, выберите, где у вас, так сказать, будут внешние части ручек. То есть, может, они у вас, ну, допустим, разные, то выбираете две одинаковые стороны, они у вас будут внешними. Теперь же, почему мы с вами не стягивали ножки? Для того, чтобы вот здесь, вот где мы пришивали животик, в круговую так и пришить наши нижние лапки. То есть вот так вот кругляшами, то есть наметочными швами по кругу, вот так вот пришиваем лапки с одной стороны и берем вторую лапку точно так же с другой стороны. То есть вот так вот, с одной и с другой. Обязательно следите за тем, чтобы у вас лапки были вверх повернутые. Перед тем, как пришивать, придумайте наилучшее расположение. То есть хотите, можете вот здесь, хотите чуть-чуть дальше. То есть более, так сказать, для пузика и попки оставляете больше места. То есть посмотрите здесь, в общем, как вам пошире, поуже хочется. И пришиваем все, так сказать, поэтапно. Хотите, можете включить первоначальную картинку кота и уже, так сказать, смотреть, глядя на нее, сшивать детальки. Пришили шею к туловищу, вот так вот, или голову к шее и туловищу. В общем, как хотите, так сказать, так и принимайте. Итак, в общем, беленькие у меня, как видите, совпали с мордочкой беленьким, то есть пузиком. Мордочкой совпали. Вот, как вы видите, беленьким пришито практически не видно. Точно так же темненьким практически не видно. Я уже пришила ручки. Ручки пришиваем на одном уровне. И теперь осталось пришить нам ножки. Ножки, еще раз повторюсь, хотите, пришиваете рядышком. Хотите, пришиваете немножечко, так сказать, на широком уровне, ну то есть как бы чтобы у вас между ножек было побольше пространства. И, конечно же, пришиваете так, чтобы вверх у вас была, так сказать, пальчики вверх были, не бок как-то сикость-накость, так сказать, а вверх. То есть как одну
пришиваете на каком расстоянии от серединки, так сказать, от промежности, так и вторую пришиваете. То есть либо поближе, либо подальше. В общем, решаете сами, пришиваем ножки. Пришили наши ножки. Они, как вы видите, вот так вот вверх повернуты, немножечко даже в серединку. Или если повернуть на внешнюю сторону, вот она на внешней стороне. В общем, итак, я пришила их на небольшом, в принципе, расстоянии друг от дружки. Вот так вот у меня пришиты ручки, вот так у меня пришиты ножки. То есть, как считаете, в принципе, нужным, так и делаете сборку. Осталось мне пришить только хвостик, который я буду располагать где-то вот здесь посередине от ножек, то есть вот на вот таком расстоянии. И обязательно пришью бусинки-глазки. А можете по желанию завязать, взять ленточку, либо под цвет носика, либо ярче, может быть красненькую, если будете делать язычок. В общем, можете под цвет носика, если это у вас кружочек, допустим, и, ну, к примеру, он будет у вас красненьким. Возьмите красненькую ленточку и просто завяжите вот здесь вот на шее, вот так вот обычным способом. Хотите, можете пришить, закрепить, то есть как... Ну, в общем, опять же, ваша фантазия, ваше желание, хотите, можете ничего. Просто завязываете вот так вот обычный бантик. Конечно, у меня так не сразу, как говорится, он завязался идеальным. В общем, хотите, можете сделать бантик, как я показывала вам в предыдущих видео своих, и пришить уже готовый бантик, красивый. Ну, то есть не завязывать его, а пришить, так сказать... как бы уже сделанный, ну то есть сшитый красивенький бантик, а на кусочек ленточки его пришить и завязать этот кусочек ленточки. В общем, на ваше усмотрение делайте. Ну, я так образцом, так сказать, вам таким обычным показала. Хотите, можете посерединке, ну то есть не сбоку, хотите, можете сбоку. То есть, в принципе, здесь уже ваша фантазия. Я вам просто показала, то есть это не обязательно так идеально прям, скажем так, делать, можете небрежно, ну то есть в принципе все зависит от вас и вашей фантазии. Опять же, не забудьте за бусинки глазки, за хвостик, и наш котик уже готов. Я надеюсь, что вам понравился мой видеоурок. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!